Здравствуйте, дорогие ученики, уважаемые учителя! Тема сегодняшнего урока – приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Пример первый. 3/4 и 5/6 приведем к общему знаменателю. Сначала найдем наименьший общий кратный знаменателей. 4 и 6 – 12. Запишем. 12 делим на 4 будет 3. 12 делим на 6 будет 2. Умножим. 9. Умножим 10. 9 двенадцатых и 10 двенадцатых. Пример второй. 7 и 14 знаменателей. Найдем наименьший общий кратный. 14. Запишем 14 и 14. 14 делим на 7 будет 2. 14 делим на 14 будет 1. Можно написать. Теперь умножим. 10, 3. 10 четырнадцатых и 3 четырнадцатых. Пример третий. 2а и 2б. Найдем общий знаменатель. 2 возьмем, а отсюда и б отсюда оба возьмем. А и б оба возьмем, 2аб общий знаменатель. Теперь умножим bx, ay. Пример четвертый. 4, 6, 1, 12. Наименьший общий кратный. X, Y, X, Y. X, Y. 12, X, Y. 12, X, Y. Делим на 4X будет 3Y. 12, X, Y делим на 6Y будет 2X. 12, X, Y делим на X, Y будет 12. Теперь умножим. 9y, 10x, 84. Пример пятый. А третьей степени, а пятой степени. Возьмем знаменатель большей степени. А пятой степени. А пятой степени делим на а третьей степени, или а куб, будет а квадрат. 1. Теперь умножим 5а квадрат, а здесь 7. 5а квадрат деленный на а пятой степени, и 7 деленный на а пятой степени. Пример шестой. Подберем знаменатель а квадрат, а. Возьмем с большей степенью а квадрат, б квадрат. А квадрат, Б квадрат. Теперь здесь не хватает Б, а здесь А. Теперь умножим. 3Б, 5А. Пример седьмой. Иногда ученики путают числитель с знаменателем. Здесь знаменатель 1. Поэтому знаменатель будет АБ. АБ. Здесь не хватает АБ. А здесь 1. Теперь умножим. А квадрат, Б квадрат, 1. Пример восьмой. Здесь знаменатель 1. Значит, у нас будет А квадрат по знаменателям общим. Здесь не хватает А квадрат, Б. Умножим. А пятой степени, Б. А здесь 3. Пример девятый. Сначала подберем общий знаменатель алгебраических дробей. А третьей степени, А пятой степени, А четвертой степени. Возьмем самую большую. А пятой степени. Б четвертой, Б второй степени, Б первой степени, Б четвертой степени.
Здесь не хватает а квадрат. Здесь не хватает b квадрат. А здесь не хватает а и b в кубе. Теперь умножим а квадрат, b квадрат, а b куб. Пример 10. Общий знаменатель x, x плюс y. Здесь не хватает x, а здесь x плюс y. Теперь умножим 2x, 3 умноженное на x плюс y. Пример 11. Знаменатель общий будет. Оба возьмем. X минус y, x плюс y. X минус y, x плюс y. Здесь не хватает x плюс y, а здесь не хватает x минус y. Теперь умножим 5 умноженное на x плюс y. 4 умноженное на x минус y. Пример 12. Подберем общий знаменатель. 20 и 15 будет 60. Наименьший общий кратный чисел 20 и 15. Теперь x 10, x 6 степени. X 10 степени. Y 7, y 11, y 11 степени. Шестьдесят делим на 20 будет 3. Здесь не хватает x 10 хватает, y 7, y 11, y 4 степени. 60 делим на 15 будет 4, x 6, x 10, x 4 степени. Y достаточно. Умножим теперь 21 y 4 степени, 32 x 4 степени. Пример 13. Общий знаменатель будет x минус y, x плюс y. Если разложим знаменатель последней дроби, будет x минус y, x плюс y. Здесь не хватает x плюс y. Здесь не хватает x минус y. А здесь 1 будет 3, x плюс y. 5, x минус y. А здесь 7. Пример 14. Подберем общий знаменатель. 15, а плюс 1. Если равны, возьмем любого. А плюс 1, а плюс 1. Здесь не хватает 5, а здесь 3. Теперь умножим 20x в квадрате, 9x в квадрате. Пример 15. Сначала вынесем за скобки 4. Будет 4x минус 1, 4x плюс 1. Теперь общий знаменатель будет 4x минус 1, x плюс 1, 4x минус 1, x плюс 1. Здесь не хватает x плюс 1, а здесь не хватает x минус 1. 3 умноженное на x плюс 1, 5 умноженное на x минус 1. Спасибо за внимание. До свидания.